деятельность по бюджету экономики и финансовой налоговой политики Смирнов Юрий Александрович. Уважаемые коллеги, вопрос был рассмотрен в заседании комиссии, он касается увеличения финансирования на ряд мероприятий. Комиссия сочла данное предложение в основе и предложила Думе утвердить. Кто за то, чтобы принять решение по вопросу о внесении изменений в положение о звании почетного гражданина города Кинешма, утвержденном решением Кинешмской городской думы от 29 июня 2011 года, прошу голосовать. Против, воздержался, принято единогласно.